Почта России как центр притяжения. Как выяснилось, именно так госкомпания видит свое будущее. Как пишет газета «Известия», притягивать клиентов почта планирует с помощью алкоголя, лекарств и даже финансов. Согласно концепции развития на ближайшие годы, под вывеской «Почта» хотят собрать сразу алкомаркеты, аптеки и отделения банка. А заодно оказывать государственные, медицинские и даже образовательные услуги. Такое перепрофилирование может коснуться отделений, которые находятся в маленьких населенных пунктах, где меньше 20 тысяч жителей. А все из-за того, что люди реже пишут письма, соответственно, и необходимость в традиционных услугах почты, чья работа, к слову, не раз вызывала критику, снижается. Так что теперь компания хочет расширить свой функционал. Для этого просит изменить сразу несколько категорий законодательных актов и заодно надеется получить из госбюджета 85 миллиардов рублей.